Второй раз в нашей стране прошла неделя родительской любви, которая началась в День матери и закончилась 21 октября, в День отца. Без внимания не остались ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни родители-воспитатели. Особое внимание многодетным семьям, мамам. Новый праздник День отца, отцов тоже надо поздравлять, поэтому в районе планомерная работа в эту неделю. Предприятия, организации поздравляют своих многодетные семьи, мам поздравляют, школы. Мы сегодня тоже посещаем дома семейного типа, посещаем с подарками, поздравляем наших родителей, воспитателей, мам, пап с таким добрым праздником и благодарим за то, что они, деток, оставшихся без попечения родителей, дают этим деткам любовь, дают ощущение настоящей семьи. И действительно, не первый год знакомы с детками, с родителями, а детки чувствуют себя в семье. Это самое главное. Так жизнь сложилась у них, что по разным обстоятельствам они остались без родителей. Тем не менее, здесь они обретают практически полноценные семьи, уходят во взрослую жизнь. Три дома семейного типа у нас на данный момент функционируют в Ленинском районе. 19 детей находятся в этих домах семейного типа. Мы сегодня поздравляем многодетные семьи, в первую очередь, именно, наверное, нужно выразить благодарность таким семьям, таким родителям, которые взяли на себя такую, в общем-то, нелегкую ношу, взяли за воспитание детей, которые, ну, взялись с тех не совсем благополучных семей. И, наверное, вот правильно сделало наше государство, что в том числе организовало второй праздник, День Отца, который мы отмечаем практически вот 21 числа, и это новый праздник абсолютно. И вот между праздниками Днем Матери, Днем Отца, День Родительской Любви, вот неделя родительской любви, это действительно очень замечательно, и на этой неделе действительно приятно поздравить такие семьи, да и не только, а все семьи нашей страны с тем, что все семьи сегодня действительно занимаются воспитанием своих детей, а семья – это действительно основа нашего государства, потому что то, что прививается в семье, то, что воспитывается в семье, это не даст ни школа, ни улица. Это самое лучшее, что должно быть. Сегодня в Ленинском районе города Бреста в замещающих семьях воспитывается 78 детей, оставшихся без попечения родителей, 6 из которых – дети-сироты. В детских домах семейного типа ленинцев воспитывается 19 детей. И крайне важно постоянно оказывать поддержку таким учреждениям, ведь семья – это дар, который не всем дается. Его нужно уметь получить, сохранить и приумножить. В нашем доме воспитывается 4 опекунских детей и 2 своих детей. Ну, воспитание не отличается от, ну, вернее, методы воспитания к своим детям и к опекунским применяются одинаковые. Живем одной семьей большой. Первоначально, когда дети приходят в дом, конечно, нужно их социализировать и адаптировать, потому что в большей степени они мало что знают о семейных каких-то традициях, ценностях и вообще заботах. Но дети обучаемые, дети, в принципе, стремятся, наверное, к лучшему. Они хотят все-таки ничем не отличаться от других. Поэтому все начинания в любом случае заканчиваются какими-то хорошими, положительными успехами. Весело и бодро провели праздники в детском квартале Новоснецова. Глава администрации Московского района Андрей Филанович, председатель Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич, председатель Московской районной организации «Белая Русь» Владимир Боровенко объединили усилия, чтобы поздравить родителей-воспитателей и их семьи с праздниками, вручить подарки и пожелать родительского счастья, мирного неба и крепкого здоровья. Первый раз мы совместно с Жабинковским райисполкомом, городом Жабинка, спутником, решили провести такую акцию. Это дома семейного типа, которые расположены в квартале Новоснецова, привести и с помощью сельхозорганизаций Жабинковского района, предприятий города Бреста, вручить им сельхозпродукцию. Да, это тоже как забота о детях, да, потому что здесь воспитываются дети, у которых тоже тяжелая судьба. И нужно показать им, да, что всегда в мире есть добрые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. И это тоже эта акция как раз на это и направлена, да, потому что все мы являемся родителями, и заботиться нужно постараться не только о своих детях, которые ты растишь, да, ну и если есть возможность, помочь и другим
этим детям? Белая Русь, у нее уже в традициях, как бы в крови, можно сказать, что помогать вот многодетным семьям, помогать детям, помогать социально защищенным слоям населения. Поэтому сегодня тоже мы приехали на Воснецово, наша знаменитая улица города Бреста, которая, наверное, известна не только в Бресте, а известна за ее пределами, за пределами области. И приехали, чтобы поддержать эти вот семьи. Тем более, что как раз сейчас неделя родительской любви. Очень здорово, что принято главой государства решение, такой молодой праздник возник у нас как День Отца. И сейчас вот всю неделю, в общем-то, детки и их родители чувствуют себя именинниками. А у нас мы все, да, чьи-то дети и чьи-то родители, поэтому очень приятно целую неделю чувствовать себя именинниками, когда тебя дети поздравляют, ты детей где-то поздравляешь. И это действительно всеобщий такой семейный большой праздник. Продукты, овощи и фрукты для домов семейного типа подготовили сельхозпредприятия «Арепичи», «Брестская межрайонная торговая база», «Брестская райпо» и другие. В настоящее время мы проводим у себя на территории Жабинковского района осенние ярмарки. Сегодня активно заготавливают люди овощную продукцию, и сегодня руководство города Бреста, руководство администрации пригласили город Спутник поучаствовать также в совместной акции по заготовке овощей нашим детям. Мы откликнулись на эту акцию. У нас на территории района есть 8 сельхозпроизводителей, мы производим овощи и решили с удовольствием поучаствовать в этой замечательной акции. В детском квартале Московского района в 5 домах воспитывается 35 детей, и всем им нужна забота и поддержка. Выражаем свою благодарность администрации Московского района города Бреста за ту помощь, которую они нам оказывают. Фрукты, овощи очень нужны детям. Как проводите неделю родительской любви? Ну, конечно, это семейный праздник, это домашние чаепития, посиделки, ну и поздравления друг друга. Такие встречи напоминают нам о важности семейных ценностей и участия заботливых и любящих родителей в формировании личности будущих граждан нашей страны. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.